шахтеры Кузнецкого бассейна. На реконструкции металлургического гиганта и строительстве города бок о бок трудятся молодые добровольцы Украины и Узбекистана, Татарии и Башкирии, Ставрополья и Белгородчины. Ждем посланцев Казахстана и Армении. Сегодня в Ташкенте обнародованы основные положения проекта генеральной схемы управления народным хозяйством Узбекской республики. К выборочному севу хлопчатника приступили сегодня хозяйства южных районов Таджикистана. Из-за холодных и дождливых дней в начале весны механизаторы вывели посевные агрегаты гораздо позже обычного. В нынешнем году основная ставка сделана хлопкоробами на сокращение расхода семян, экономию времени, труда и средств на обработке посевов, а главное – на снижение себестоимости хлопка. Сообщение из-за рубежа. В Варшаве состоялось заседание.